Всем добрый день. У нас идут вот такие работы. Обрезка деревьев во втором микрорайоне. Машут сверху. Парни машут сверху. Обрезают, видите, деревья. У кого-то снег лежит. Кто-то деревья обрезает, да? В общем, на обратном пути придем, посмотрим, а то они сейчас работают, ничего не слышно. Вот такая красота в Новомихайловском окружает поселок. Так, подожди. Вот она только у нас осень золотая наступила. У всех людей прошла уже, а у нас наступила. Вот такие красивые горы. Ну, в общем, а я решила на базу «Ласточка» все-таки уже не ездить. Вчера была, когда на сутках, зашла, посмотрела, ну, видео, где люди когда-то там отдыхали уже в возрасте. Это, я так поняла, был вообще как бы типа детский лагерь. Там, «Ласточка». Господи, Таганровский комбайнерный завод. Таганрог, от Таганрога. И вот, когда завод, когда началась вся эта разруха, стали закрываться все заводы, это был 2009, по-моему, я там прочитала год, и стали закрываться вот и все лагеря, естественно, выставили на продажу, забрали за долги, все там, конечно, похерили, и какая там может быть сколько, 1-2 дома. Ну вот мне сказали, там будешь ехать аккуратно, в общем, уже там дорога такая, все в гору. В общем, я не поехала гулять по заброшенному лагерю. Там еще говорят, даже какая-то охрана стоит, еще могут и не пустить. И в общем, конечно, квартиру там, я не знаю, какую квартиру они там продают. В общем, конечно, там я квартиру покупать не буду. Я присмотрела еще несколько вариантов. Потом мы с вами сходим, посмотрим. Но сейчас я жду. Самое главное слово мы ждем сейчас, конечно, от покупателя. Когда все это случится, чтобы идти даже торговаться нужно, чтобы деньги уже, да, были примерно. А то там договорюсь с людьми, еще залог попросят. В общем, да, купить квартиру — это вам хлебобулку в магазине. Очень много квартир продается, конечно, апартаментов. Не квартир, а апартаменты. В Ольгинке, и у нас здесь, и в Плехо, и в Лермонтово. Но вы представляете, да, что это? Это как бы... Они, естественно, без прописки. Там как бы частная собственность, видимо, но прописки там нет. В Ольгинке очень много квартир, но цены они там ломят, знаете, как будто они уже ближе к это, к Москве. За однушки и 8, и 10 миллионов. Ну, я, может быть, что-то не понимаю. А, в цокольных этажах еще очень много продают квартир, но это тоже как бы не вариант. В общем, будем еще искать с перламутровыми пуговицами. Погода стоит отличная, но обещают, что придет еще буквально день-два и будет похолодание. А мы идем на море. Поднимемся к церкви, посмотрим нашу бухту сверху. Кстати, выстроили таунхаусы. Вон там даже вывеска висит. Продажа таунхаусов. И вот, вот такой блок. Ну вот даже с краю, посмотрите, вот там гаражные ворота, дверь и еще два этажа. 5,5 миллионов в предчистовой отделке. А так-то я давно объявление не смотрела. Может, уже все 6 и 7.
Я говорю, цены. Ну, знаете, что я заметила? Я же там подписалась на Авито, в Циане, чтобы мне приходили сообщения. И, кстати, люди снижают цену на 150, на 200 тысяч, но начали снижать. Ну, потому что рынок, видимо, встал. Ну, откуда у людей такие деньги? Это, естественно, надо сначала, как в Простоквашино, да? Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное. И, конечно, вот еще между нами, девочками и мальчиками говоря, квартиры продают в ужасном состоянии. Такое впечатление, что там не делался ремонт, а просят цены-то хорошие. За те же однушки 3300, 3200. А там надо по новой делать полностью ремонт. Вот. Очень много, видимо, людей живет вот так вот, и им кажется, что это вообще все нормально. Там мои крошечки-хаврошечки знакомые. Поставила. Вот наша знаменитая Новомихайловская фотозона. Ай, черепашка. Это не знаю, как его назвать-то. Йога. Верблюд и ваза. Да-да, хочется, конечно, чтобы в Новомихайловском сделали побольше каких-то и фотозон, и какой-нибудь парк. И, конечно, чтобы вот не только вот так вот по набережной можно было погулять реки, которую даже не видно из-за деревьев. Все заросло. Нахрен. Ой, погодка какая классная, ребята. Ой, девочки распищались. Меня подписчики мои из Москвы просили посмотреть им на июнь месяц гостиницу. Там, где будет поспокойнее, потише, где будет поменьше детей. Мальчики, девочки, я все посмотрю. Мы с вами везде походим. Просто сейчас вот у меня такая ситуация. Мне надо самой определиться с жильем. Как только все решится, потом мы с вами пойдем. Обойдем все гостиницы, все гостевые дома. Где тихо и спокойно. Вы сможете отдохнуть. Представляете, еще плавают кораблики, вон возят. Видимо, желающих уже в последние дни. О, какая красота, Серебряное море. Опять музыка играет. Не знаю, слышно? О, как красиво он заплыл как раз. Красота. Музыка играет, ребята. Не знаю, будет ее тут хорошо слышно, нет, может, и не засчитает нам YouTube, но посмотрите, какая красота. Ну, если что, наложу музыку на это видео. Боже мой, как красиво. Ни за что не уеду с моря. Все, музыку прошли, можно спокойно поснимать. Люди гуляют. Начался локдаун. Ну, мне кажется, у нас все работают. И народу довольно-таки много. И вон даже купаются девочки. Или просто фотосессию проводят, наверное. А нет, нет. Вот люди вышли, купались. Ну, уже с матрасами, видите? С матрасами. Ой, как красиво. Ты же задолбала тоже со своим морем красивым. Мы сами все знаем, что красиво, да? Довольно-таки много народу для локдауна. Елена Васильевна идет, меня встречает.
со своей Джулечкой, Джулей, Шмулей. Какая красота! Да. 1 ноября, ребята, боже мой. 1 ноября 2021 года. Плюс 20 на улице. Вода, больше, люди купаются. Мне кажется, больше на солнышке, больше. Люди купаются, сейчас только купался хозяин. Я видела вон это, вон девчонки, да, там, да. Вот тоже мужчина с женщиной. Он лицо как загорело, я всего час посидела на солнце, лицо загорело. Красота. Локдаун называется. Народище. Когда локдаун, всем сказали дома сидеть. А. Ты у всех QR-коды проверила? Я же смотрела твою эту, выложила. Я почему не видела ты? Где ты печатаешь? А.